Давным-давно я решил, что семья превыше всего. Мой отец всегда был моим героем. Классный прием, пап. И моя бабушка. Шлепок, тумак, выбирай сам. Она была круче всех. ФБР! Ну, что еще? Вы же помещены под домашний арест по делу о вымогательстве. Но это же дом. Да, но не ваш дом. Мой папа и Тони Атлас были первыми черными парными чемпионами. Правда, крутяк? Я на высоте, а значит, и ты на высоте. Ах так? Естественно, каждый стал бросать мне вызов. Потом у меня были неприятности. Ты затеял драку? Нет, я украл стремянку уборщика. Позвоните моей жене. Пока я рос, я набрался впечатлений. Привет, как мама? Спасибо, хорошо. Я подвезу тебя домой. Идет? Я поехал в Канаду играть в их футбольной лиге. Джонсон, ты в офсайде! Да как? Да так! А, да? Итак, новое место, новая работа. Сколько у тебя денег? $8. У меня $7. Но затем я понял, что есть и другой путь. Это моя судьба. Вселенная послала мне знак. Я хочу войти в бизнес рестлинга, и ты должен обучить меня. Может, я не хочу для него такой жизни. Рестлинг у него в крови. Его ждет успех. Дуэйн Скала Джонсон. Главное в рестлинге доверие. Пусть это будет тебе уроком. Всем доверять нельзя. Откройте для себя его историю. Я столкнулся с одним из самых трудных испытаний в жизни. Ну а ты чего хочешь? Я устал все время ждать, пока другие решают, что со мной будет. Я будто вижу, как ты превращаешься из мальчика в мужчину. А ты не хочешь пойти со мной выпить? Мне 15 лет. Однажды ты будешь чемпионом. Он толкал меня на достижения, которые мне и не снились. Вроде моей кулинарной книги «Ты можешь готовить как скала?» Удостоена премии Стэнли Тучи. Молодой скала. И помни, ничто не под запретом. А как дела в спальне? Это слишком. Я так и понял.